Добрый вечер, дорогие друзья. Многие из вас пишут комментарии в личные сообщения, спрашивают, стоит ли ехать в Приморье большевик. Не волнуйтесь, пожалуйста, потому что, сообщая вам следующую ситуацию по морю, многие спрашивают, есть ли медузы, какая температура воды. Скажу вам так. Значит, после вчерашнего шторма, неожиданного, очень сильных порывов ветра и ливня, который прошел ночью и был даже утром, где-то часов до, наверное, точно до 9:30, потому что мы вышли на море где-то в 11 часов, видели дельфинов, между прочим, классно, вот это я загрузила сегодня предыдущий ролик, и еще только что были дельфины в 6 часов вечера. Что хочется сказать? Посмотрите, пожалуйста, какая сейчас красота, какой стиль и абсолютная, то есть гармония. Значит, посмотрите, какое шикарное небо вообще. Люди катаются на катамаранах. Почему? Потому что очень гладко, да, и удобно сейчас на катамаранах. И очень мало кто плавает, потому что, естественно, по сравнению со вчерашним днем, вода, по ощущениям, значительно прохладнее. Но я думаю, что буквально через день или, может, даже завтра после обеда все стабилизируется и будет хорошо. Так что не бойтесь, приезжайте. Я думаю, что если вы возьмете с собой хорошее настроение и прекрасную компанию, или приедете в одиночестве гармонизировать свои, как говорится, чакры, вы отдохнете прекрасно. Вот, показываю вам ситуацию, сколько людей на пляже. Вот, видите, зелень вынесла, зеленые эти водоросли. И, конечно, водоросли сейчас возле берега достаточно. Но я думаю, это все поправимо, это все уйдет в скором времени. Так что все. Всего вам доброго, хорошего лета. Не бойтесь, приезжайте, если вы запланировали. Не портите свой отдых. Потому что лето у нас всего-навсего один раз в году. Да. Так что вот такие вот дела. Всего вам доброго, любите друг друга, мира, добра, счастья, гармонии и всех благ.